Хабсен Зино. Инструкции. Видео. Панорамная съемка. На главном экране приложения выберите режим полета «Креативное видео». Далее «Панорамное». Внимание! Для работы автоматических режимов полета дрону необходимо устойчивое соединение с 6 и более спутниками GPS. Отобразится выбор параметров. Переместите ползунки угла и скорости для настройки этих параметров. Параметр «Угол» настраивает угол поворота дрона при съемке. Мы установили 180 градусов. Параметр «Скорость» устанавливает, с какой скоростью дрон будет поворачиваться. Также есть выбор направления вращения дрона при съемке. При выборе по часовой стрелке дрон поворачивается по часовой. Параметр «Против часовой стрелки» направляет дрон в другую сторону при съемке. После выбора всех параметров нажмите «Go». Дрон, зависнув на месте, запустит видеозапись и начнет поворот для записи панорамного вида, раскрывая всю красоту и ширину окружающего мира. Нажмите на кнопку «Стоп» для выхода из режима и сохранения панорамной записи. Видео канала Хабсен Офишиал перевел и озвучил канал RC Fan. Надеюсь, видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями.